Всем привет, Фавинович на связи. Сегодня поговорим про проценты, лайки, силуэты, фигуры в кадре. Ну, скажем, будут советы от Фавиновича. Вчера был тест сумки, сегодня он продолжился. Ну что, отличная погода для теста сумки. Снег с дождем. Ну вот и проверим. Как я говорил, погода нас не жалует. Не знаю, слышно меня хорошо или нет, но вот я весь мокрый. У нас дождь со снегом. Отличная проверка для нашей сумки. Я этот цикл называю F-Stop Non-Stop. Первое видео увидели, обзор, краткий обзор помещения. Ну, сегодня тест на уже на выходе, поэтому мы сейчас где-то пройдем в районе 2 километров, может быть 3 километра, в таких условиях. Ветер очень сильный, не знаю, слышно, нет. Ну, в общем, самые такие наши питерские условия для теста оборудования. Ну, потом посмотрим, что стало с камерой. В такую погоду сложно снимать. И приходится искать какие-то объекты, которые бы оживили кадр, когда пасмурно, снег, дождь. Вот последние события, ну, в соцсетях, ну, по фликерам, которые я пользуюсь, я записывал видео, кстати, о фликере. Обратил внимание, что, ну, фотографии, которые классический пейзаж, хорошо выполнены, или, например, стрит, они могут набрать 5% лайков, некоторые 10%. Но выйти как бы за рамки 10% достаточно сложно, ну, в классическом жанре. Что это, что можно сделать для этого? Ну, я предлагаю рассмотреть варианты с помещением силуэтов в кадре. Я записывал видео по поводу геометрии пространства кадра, там овалы, эллипсы, диагонали, квадраты, треугольники. Что вы, кстати, по этому поводу думаете? Но здесь речь пойдет сейчас о другом. По моему мнению, расположение силуэта человека в кадре, особенно в ключевых точках, дает прирост лайков как минимум 10, 20, 30%. Причем это проверено было и на ландскейпе пейзажа, и в том числе и в стрите вчера. Вчера как раз несколько фотографий я вынесел. И можете посмотреть динамику, такая же фотография, такие же фотографии без силуэта человека в кадре и с человеком в кадре. Причем это уже не первый раз, это уже несколько десятков таких работ сделано. Поэтому вот один из советов таких ключевых, если вы хотите оживить свою фотографию, вы можете добавить туда силуэт человека. Ну, в ключевых точках, конечно. Что еще можно использовать? Ну, скажут, что там типа стрит только или ландскейп. На самом деле нет, это можно и в других жанрах применять. Я знаю во фликере людей, которые используют некие силуэты и даже в макросъемке. Это могут быть какие-то насекомые, это могут быть какие-то куклы. Есть, кстати, отдельное даже направление снимать съемка именно кукол на фоне пейзажа. Есть такие фотографы. Поэтому здесь выбирайте жанр, который вам нравится, экспериментируйте. Все получится. Ну, в общем, половину пути я прошел, дождь уже закончился. Ну, никаких каких-то особо звуков от сумки нету. Ну, все-таки пряжки надо было полностью доделать кожей, поэтому немножко модифицируем ее. Ну, сейчас продолжим путь, посмотрим, что дальше. Вот так, 2 часа прошло, дождь кончился, соответственно, вышло солнышко. Посмотрим, что с нашей сумкой после дождя. Карман наружный. Видно, что тряпка абсолютно сухая. Спугиваем наружный карман. Так, здесь все сухо абсолютно. Ткань хорошая, основной отсек. Открываем, смотрим.
все сухо, никаких нет следов влаги, все салфетки сухие. Влага чувствуется только на верхней части, которая поливалась дождем. Ну и, соответственно, здесь чувствуется влага. Внутри все сухо абсолютно. Тест пройден. Ну и в карманах, соответственно, тоже здесь все абсолютно сухо. Вот так вот.